Всем привет! Сегодня у нас вот таких вот 5 посылок, 6 посылок. Это, судя по посылкам, судя по трек-номерам, это посылки из магазина Гамис. Это магнитные кубы, то есть это шарики с магнитиками. Ну, давайте посмотрим, в общем. Покупал я их по 87 центов, что-то такое было, 87, 86, ну точно до доллара. Каждый цвет, разная стоимость была. Посмотрите, здесь у нас еще разные коробочки размером, высотой получается. Вот две вот таких низких и 4 высоких. Вот, все выслали, многие пишут, отписывали, что уже получили их. Вот так это все выглядит. Они очень маленькие, но учитывая стоимость, да, то есть вот эти вот маленькие в среднем продают по 3 доллара. Которые побольше будут шарики, там уже 10-15 идет и так далее. Давайте посмотрим на все цвета. Вот, это серебристые. Вот серебристые, кстати, выглядят лучше всего, они целые в кубике. Здесь... Это пришли раздавленные. Вот здесь видно, что немножко раздавлено. То есть выскочили куда-то. Соскочили они. И здесь они получаются в таком, видите, пакетике неполном. Вот. И этот вот идеальный кубик. Прям вот. Классно сделан. Давайте все остальные подостаем. В принципе, так, этот был кубик хороший. Я его уже немножко испортил, когда доставал. Вот такой цвет. Это тоже я испортил уже, когда доставал. И магнитица прилипает к коробкам. Коробки я уберу. По сути, его, в принципе, можно и коробки было даже без шариков купить за такие деньги. Да, то есть 87 центов это вообще ни о чем. Вот абсолютно разных цветов я взял. Вот такие вот шарики. Ну и давайте попробуем. Вот эти я раздавил полностью. Давайте их откроем и посмотрим. Прикольно, можно делать разные подделки там. Можно в длинную слепить ее. Вот, колечко сделали. Маленькое колечко. В общем, классный цвет, магнитятся. Единственное, что они мелкие, да, то есть, но они так и стоят. То есть, вот такие вот мелкие размером, обычно в среднем я смотрел по ценам около от 3 долларов. Это 3 доллара, это очень дешево, то есть, на Алиэкспрессе, если поискать. Вот, так вообще 4-5 долларов, вот такие вот мелкие, которые побольше шарики, они идут уже там около 10 долларов. Ну, давайте посмотрим другие цвета поближе. Очень мне нравится вот этот серебристый цвет, он такой, ну, классный вообще. И вот этот синий цвет, они очень прикольные. Ну, другие цвета тоже неплохие. Это из магазина Гамис. Я даже решил посчитать, сколько их шариков здесь занялся этим делом. То есть вот этой кучке, вот этой и вот этой по 60 их штучек. То есть 60, 60, 60. Реально так мало выглядит, но серьезно сюда помещается 60 штучек. Вот в каждой вот этой вот штучке 60. И вот получается вот здесь вот в этой линеечке 30. И вот здесь 6 штучек. И получается итого 60, 60, 60, 180 плюс 30, 210. И плюс 6, 216. То есть точно попали, ну, то тютелька в тютельку. То есть ровно 216, как указано. То есть, ну, мне как-то казалось, что, ну, может, ну, не знаю, там штук 100 с виду их. Ну, а тут реально их 216. Ну, уверен, что в остальных тоже по 216, как и указано.
Вот. На этом у меня все. Ставьте лайки, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок.